Детский митинг под мэрией. На Домской площади собрались воспитанники приюта Галины Мартыновой, оказавшиеся под угрозой закрытия. На этой неделе чиновники огласили свой последний вердикт. Всех животных отправить в приют на 6-м километре Аведёпольской дороги. А частный дом, выделенный семье, освободить. В течение 10 дней самая большая детская семья должна быть расформирована. Тему продолжит моя коллега Юлия Федорова. Пытаемся спасти приют Мартыновых. Детей, собачек и кошек. Возле мэрии необычный митинг. Дети Галины Мартыновой пришли на главную городскую площадь с животными и с плакатами. Они просят чиновников и жителей города о помощи. Говорят, теперь это их последняя надежда. Мы хотим сказать этими плакатами, чтобы нашу семью не разъединяли, чтобы защитили наших животных, дали нам хотя бы полгода, чтобы мы купили новый дом, не выгоняли нас животными на улицу, не отбирали у нас животных. Напомним, члены городской комиссии пришли к выводу, выделенный для семьи Мартыновой дом используется не по назначению. А такое количество детей и животных на одной территории несовместимы. Чиновники приняли единогласное решение расформировать приют. Для каждого ребенка это стало огромным стрессом. Я с этими животными прожил очень долго, и мы подружились, и я не представляю, если я их заберу. В громкоговоритель к властям и прохожим обращается Лучезар Памфилов. Он один из первых приемных детей Галины Мартыновой. И сейчас в большой семье он за старшего. И наш дом находится на балансе горсовета. Поэтому мы в тот же момент должны подчиниться этому постановлению. Но мы просим, нашей петиции мы просим, поддержите нас отсрочки, чтобы мы могли нормально подготовиться и переехать со всеми нашими животными. Нам это очень важно. Сейчас волонтеры собирают деньги на покупку частного дома для семьи. Помощь приходит из разных уголков планеты. Говорят, осталось совсем немного. Просят чиновников подождать и не отбирать у семьи дом и животных. Я считаю, что нужно дать отсрочку на полгода. Мы за это время соберем деньги и построим дом. Вот сообща всем миром, построим этот дом, чтобы там было комфортно этим детям. Под официальным письмом в защиту приюта уже подписались тысячи одесситов. У нас много животных, многодетная семья. Да. Нас могут, нас забирают дом, и животных всех могут усыпить. Пожалуйста, У меня самого животное. Это мне надо. Пожалуйста. Поддержу с удовольствием. Сбор подписей продолжается в разных районах города. В конце недели петицию отнесут в мэрию и в областную администрацию. Юлия Федорова, Алексей Барановский, 7 канал.